Тест под номером 1. Стейк из лосося. Включаем прогрев двух панелей. Есть. Так, устанавливаем 190 градусов. Оп. Нажимаем на кнопочку. Оп. А здесь нам нужно 12 минут. Есть. Все. Так, нажимаем на старт. Выкладываем стейк. Ну, закрываем и нажимаем на старт. О, ничего не пригорело, кстати, реально. Настолько сочно, что аж разваливается. Оп, есть, хорошо. Так, ничего не пригорело, супер, за 12 минут стейк прожарился. Красивый, вкусный. Пахнет на самом деле обалденно. Вау! Видели, слышали? Посмотрите, какой он нереально сочный. Вот. То есть это все сок, мы не использовали ни грамма масла. Ну что, я считаю, что первый тест удачный. По крайней мере, визуально мне все очень нравится.